В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» инспекторы отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Одинцовскому округу совместно с членом общественного совета Денисом Мартыновым посетили семьи, состоящие на профилактическом учете. Сотрудники полиции побеседовали с родителями и детьми об их правах и обязанностях, а также рассказали об ответственности за преступления и правонарушения среди несовершеннолетних.